начинается наш день. Со стирки пледа. Давно его не стирала. Это вот тот пледик, покрывало, вернее, которое лежало на моей кровати. Оно уже очень-очень-очень грязное. В пятнах вон все, вон они, пятна. И, наконец-то, я надумала его стирать. С трудом его туда впихнула просто. Хотела его кругляшком завернуть. По-моему, я его стирала уже один раз. Вон, ба, тут какие вон пятнища прям видны. Хорошо, что... Конечно, он будет сохнуть еще очень-очень долго. Но надо стирка. Вот. Сегодня вы узнаете, чем обычно мы занимаемся после уезда свекрови. Вот. Мне предстоит очень-очень много еще уборки. Я уже, кстати, вон налила эту бутылку воды. Там 3 литра вроде бы, насколько мне помнится. Ну, вот она у меня полная. Это для Димочки. Вот, теперь мы сейчас ее закрываем. Опа. Все. Тут я сейчас выдвину ее. Она у меня снимается. И буду уже насыпать. Вот у меня такой стаканчик порошка. И вот этот вот такой вернуть. Кстати, он мне по запаху не понравился. Вообще прям не понравился. Вот, поэтому я его использую. Такие вот вещи, которые как бы не обязательно, чтобы ароматно пахли. Вот там, кстати, лежит мой веник. Это мы с вами чай. Все-таки в этом году будем делать чай. Обязательно. Смотрите, воду вылила, а капли с воздухом остались. Такие. Вода простояла несколько суток. Лопается прикольно. Ну, тут, конечно, все меняет. Грязная. Картошку сюда положила, свекровь зачем-то. Я в ней ягоды мою, а тут грязную картошку. Опять мыть, да? Опять мыть придется. Грязную картошку. Да. Там у нас, видите, как и все не видно. Только попалили, да, картошку грязную. Да. Да, козочка моя. Да? Деревья у нас там постригли, но это мы с вами на неделю пойдем смотреть. Сегодня, наверное, еще будем убираться. Гулять сегодня не пойдем, наверное. Да? Все, дома еще будем. И сдуют. Постираем сегодня. И ураган какой-то. Ураган? Да, ветер. Ветер сильный. И распилит здесь вот эти синие твои. Да. Холодно, да? А завтра, может быть, пойдем. И здесь магазин, пойдем на рынок нам. И разбили дерево, пенек остался внизу. Да, дерево спилили, а пенек остался. Ты ходил, смотрел пеньки? Пеньки. Смотрел, пеньки. Ходил? Ходил, да. Ходил, да? Ну вот мы с тобой еще раз там посмотрим. Там бил фонарик, да? Фонарик был там? Там фонарик. Ты моя любовь маленькая. Дима любит маму? А? Любит? Чего молчишь? Любит. Любит? А мама Диму любит? Мама Диму любит? Ай? Зятик катается и на себе идет. Дима любит маму? Любит. А мама Диму? Любит? Любит. Да ты щекотушка маленькая. Теперь у нас по плану компотик. Здесь у нас яблоки, груши. Бабуля сказала, что из груш очень обалденный вкусный компот. Попробуем. И вишня для цвета. А, хотела на даче сорвать ягоду. Боже мой, забыла, как она называется. Ну, она такая с косточками, не очень вкусная. Как бы такая не очень. Для компота ее хотела попробовать. Но не успела, Дима хулиганил. Вот. Тут мы вот нарезали. Димины яблочки. Димочка у нас заболел. Заболел. У него температурка немножечко 37,4. Не так много, но есть. И, конечно же, мы никуда не пошли. Ну, мы не планировали, в принципе, сегодня. Завтра, наверное, мы с тобой пойдем на рынок. Да? На рынок пойдем? Вот.
Тут моя каша. Никак не могу сесть и поесть кашу. Время уже 12 часов. Я никак не успеваю позавтракать. То ребенка накорми, то он есть не хочет. Я только села покушать. Тут он захотел кушать. Корми ребенка, потом ему яблочко обязательно бабай, надо. Бабай, мама. Да что ты, какие ты слова знаешь. Потом решила, думаю, ну надо же это, после каждой еды, то есть я ребенку обязательно даю какой-то фрукт. Вот, обязательно на завтрак, на обед, на ужин побольше даже даю. Вот у него сегодня яблочко чуть-чуть, он поел грушу, и потом вот у него сейчас остывает слива, арбуз остывает, это, скорее всего, на ужин будет. А на обед, а еще помидорка у него, на обед может быть банан, потому что тут банан, вот это посвежее. А я тут покупала свекровь, он уже немножко темнеть начинает, уже мучается уже немножечко, да? А, еще сухофрукты достал свои. Вот. Вот этот, кстати, чернослив с косточками очень просто вкусный. Мама покупала еще где-то, не помню где, на рынке, наверное, конечно же. Смотрите, что мы нашли. Как это красиво, боже мой. Сейчас вот как-то не очень. А сейчас вот попозже будет прям... Мы когда только включили, было очень красиво. Как красиво. А коньки идут, да? Димочке нравится. Димочка, как мультик. Или сидит дядя, да? Дядя танцует, да. Дима говорит, я тоже вырасту, буду так же танцевать, да? Ты можешь уже сейчас за ним повторять, будешь? Это пища здесь, как папа сидит, да? Да. И звуки, главное, интересно, такие, как будто пчелы там летают. Дима какой-то. Танцующие пчелки, наверное. Интересно. Никогда такого особо не видел, но это действительно завораживает. Очень завораживает. Это интересно смотреть. Кстати, мне всегда нравилось такое смотреть. Такая пластика, такие они вообще прям движения делают, как будто бы как веревочку вот извивается, или вот змея вот. У них вот руки точно так же извиваются, очень интересно смотреть. Вот просто там какой-то балет, допустим, я не очень люблю. А вот такие вот я бы сходила. С удовольствием посмотрела бы. Да, у нас еще телевизор просто огромный. Да, зайчика моя? А зайка-то как смотрит? Ты что такой гнусненький у меня? Да ты какая зайчка моя. Веник поставила. Мешает. Вот переливать. Сейчас я буду сюда вот. Правда, конечно, не очень удобно. Это еще тюбик. Господи, какой? 17-го года. Это когда Дима еще родился, мы покупали. Диме уже 3 года. У него я переливаю вот такие вот всякие, потому что неудобно. Вечно переворачиваешь, это неудобно очень. Хочется раз руку там, тын-тын, и все. Сейчас вместе с вами. Там машинка еще стирает параллельно. Так, снимаем ее. Отсюда переливаем. Средство для купания. Вот и все. А то вот представляете, стоит вот так 20 тюбиков. Не люблю, когда все захламлено, когда все везде стоит. В этот раз, кстати, решила сделать расхламление у себя.
потому что продать ничего невозможно. Чуть-чуть постоит он сейчас. Так вот. И вот дальше даже. Вот и все. Где-то тут чуть больше половинки. А этот тюбик мы выбрасываем. А то, представляете, стоял вот два тюбика. Это же вообще кошмар. Будет только один. Удобно. Ну, это, кстати, тюбик я оставляю свекрови. Я такие не покупаю, я покупаю Диме другие. И, кстати, тоже перелила. Потому что неудобно.